И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами опять-таки Карлик в свитере. И я решил взять фотоэлектропульсар. Потому что, по-моему, это самое мощное оружие. А вот и он. Да уж, ни черта себе. Ах ты! Шустрый, блин, а еще зомбак. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда. А, нет! Блин, как же тебя уделать-то? Я же нашел способ. Нет! Оставь меня. У, жуткое чудище, я тебя ненавижу. Куда идти надо? Куда идти? Наверное, в правый коридор. Да, наверное, туда. О, копье. О! Как? Блин, как он оказался впереди нас? Тренда тебе, засранец. Пау! Блин, почему оружие не сработало? А, мало ли почему. Нет! Ну ё-моё! Ёбаный карась. Ну, по крайней мере, я понял, что нужно делать. Да что ж ты делаешь, тварь? Я тебя ненавижу, я тебя убью. У, сволочь. Давай, спотыкайся уже. Ну? О! Он упал. Давай, Карнби, давай! А куда идти надо? Блин, это еще не тот коридор. О, черт, придется снова его уделывать. Блин, где фотоэлектропульсар? Да блин. А кстати, клево, он меня метает. Где он вообще этому научился? Так, уйди нахрен. Да ё-моё. Сейчас я тебя убью, сволочь. Упал. Отжался. Ха-ха, трындец тебе. Чё такое? А? Ё-моё! А у Эдварда, видимо, были в предках индейцы. Ну, я лично так и думал. Да! Нет, я не хочу! Блин, ну вот снова обычного детектива превратился. Обидно. Ладно, перезаряжу оружие. Все, теперь только мой любимый огнемет. О да, о да, я все-таки взял предмет. Предмет? Да ё-моё, вы чё? Так, ну ладно, я думаю, мне тут больше делать нечего. Пора вернуться, поставить голову и свалить отсюда нахрен в ритме вальса, потому что я уже заколебался. Да, и, кстати, извините меня за мат. Просто уж очень стрёмно было. Так, приметы. Да. А? Опа. Ух ты! Пора валить отсюда. Да, я это сделал. Я видел вертолет на западном берегу. Поторопитесь. Солнце взойдет с минуты на минуту. Но как же вы? А? Теперь я смогу исполнить свое предложение.
Откуда у нее куртка? Да. То, что я люблю. Сваливать на вертике. О, черный. Предал еще нас. Согласен. Ух ты, шаман, ты что делаешь? Ух ты, какие статуи. Ух ты. А это такой классный особнячок был. Жалко. Ну да ладно, зато я свалил отсюда. Замечательно. Фух. Ну, собственно говоря, это конец. Игру делали Infogrames. Если я ошибаюсь, то извините. Ну, а с вами был Карлик в свитере. В главной роли Эдвард Карнби и Элайн Седрак. Что касается моих грядущих планов, я еще собираюсь снять тут пару PlayStation игр. Army Man World at War. Это не то, что вы думаете. Это не Sergeant Gyros. Это кое-что покруче. И Battle Tanks Global Assault. Вот это вам точно понравится. Ну, что касается игры, она мне очень понравилась. Такая страшная вся из себя. Вначале я чуть кирпичами не обосрался, когда этих зомбарей увидел. В общем, игра замечательная. Прохождение доставило мне удовольствие. Ну, и надеюсь, что вам оно тоже доставило удовольствие. Звуки такие соответствующие. Ну, и, конечно, оружие внушает уважение. Чего только стоит фотоэлектропульсар. Ну, это, в принципе, все, что я хотел сказать. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пожалуйста, и комментируйте. С вами был Карлик в свитере, и это далеко не последнее мое прохождение. Еще увидимся! Something.
Карлик, какого хрена ты не знал меня в этом прохождении? Опа, Биглет, привет, извиняюсь, но я... Ты сволочь. Я позволю тебе снимать следующее прохождение, только не бей меня. Вот, спасибо.